С начала лета на водоемах страны утонули 45 человек, 14 из них – дети. Такие данные представили в МЧС. В этой связи в Алматы усилили работу по обеспечению безопасности населения в купальный сезон. Всего в городе и предгорьях имеются 44 водоема, 12 из которых не оборудованы и представляют опасность, отмечают спасатели. К слову, в прошлом году за купание в запрещенных местах к административной ответственности привлекли 63 человека. Общая сумма штрафов составила 790 тысяч тенге. В целях недопущения гибели детей, а также населения города Алматы на водоемах, департаментом по честь города Алматы проводится широкомасштабная агитационно-профилактическая работа, благодаря которой с начала года на территории города Алматы несчастных случаев, связанных с гибелью людей, не зарегистрировано.